Ивановские спортсмены покорили Афины. В Греции завершились соревнования по тэквондо на рейтинговом турнире Кубок Президента. Участие в состязании приняли 387 команд из 51 страны мира. Наш регион на этом крупнейшем чемпионате представляли воспитанники спортшколы Олимпийского резерва номер 7. По итогам тэквондисты выиграли 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу. В общекомандном зачете первое место завоевала мужская национальная сборная Ирана, второе – сборная Турции, третье досталось сборным России и Испании. Ивановская команда заняла 15-е место в общем зачете. Два ивановских спортсмена, Ярослав Черкасов и Илья Данилов, получили право участия в первенстве Европы 2017, которое состоится в Будапеште.